Ребята, всем привет, с вами я, Нюким, и мой друг Артём Нинукси. Да, привет, ребята. И, ребята, сегодня мы вам покажем мой новый ремонт. Да, я переехал, теперь у меня дом просторный, огромный, и тут куча-куча места. Артём, приготовься, сейчас я буду хвастаться. Во-первых, вот наши фотографии с моего юбилея, помнишь? Ох, как хорошо я получился, шикарный такой пейзаж. И теперь у меня есть место, где я могу развалиться, покушать и почитать книжки. Видишь, тут начал картошки, вот сюда сажусь и читаю, да. У меня целая коллекция книг и есть огромный сундук с моим барахлом. Видишь, сколько тут всего? Алмазка, железка и пироги остались с Нюхи. Мужчина? Не понял. Вам что-то подсказать? Мой дом. Мужик, ты... Да хрен, что ли? Ты что-то попутал? Где ты что, офигел? Уйди отсюда, это наш дом. Где, что ты делаешь? Какого черта ты ломаешь мой пол? Подожди, не бей. Дед, ты объяснись. Может, он какой-то больной? Блин, от него воняет. Дед, ты что делаешь? Зачем коробку поставил вместо пола? Это мой дом, уходи. Мой дом. Я сейчас полицию вызову. Как ты... Ой, это господи, у него топор! Слышь, дурак, какая полиция? Мы в деревне. Слышь, ты сейчас незаконные вещи делаешь. Так, мне это не нравится. Кто-нибудь, помогите! Товарищ ученый, пожалуйста, помогите. Смотрите, что тут творится. Ну, посмотрите, вот что он делает. Так, Артём, блин, есть какие-то идеи? Я не хочу его трогать, он какой-то грязный и воняет. Ну, может быть, не знаю, как-то пойти на компромисс с ним. Компромисс? Это мой дом. Какой компромисс? Тут не может быть компромисс, у меня не общежитие. Блин, господи, ты сейчас его убьешь, потом убирать труп отсюда. Откуда у тебя мусорка? Дед, ты что тут помойку поставил? Ты чё? Дед, ты можешь... Дед, поговори с нами. Я вас предупреждаю последний раз, если вы не уйдете из моего дома, то будет вам хуже, получается. Какое хуже? Что ты нам сделаешь? Ты же старый дед, мы у тебя твой молоток отберем и топор тоже. Так, а ну отдавай сюда топор, отдавай. Это что за... Фу, что это такое? Дед, он насрал, блин, у меня дома. Господи, я только полы помыл. Пипец. Офигеть! Фу, как нос режет! Да супер! Просто, блин, он еще и забаррикадировал, смотри! Теперь дверь не открыть! Черт! Нинукси, давай думать, как... Блин, он там все сейчас загадит! Как нам его оттуда выманить, а? Хороший вопрос! У меня есть одна мысль, смотри. Он там и так мне уже испортил пол, поэтому давай подкопаем туннель под дом. Вот, и сделаем, в общем, течение... Принесем ведро воды, чтобы его смыло оттуда нахрен. И давай клетку построим, поставим клетку, чтобы его смыло из-под дома в клетку, и там его закроем. Погоди-ка, помнишь, в магазине пранков была конвейерная лента, можно вместо воды ее использовать, помнишь? Шикарно, это шикарно, ты гений, ты реально гений, литры гений. Все, побежали. Блин! Ай, что это такое? Просто глаза слезятся. Господи, откуда у него столько вони-то внутри? Блин, фу-фу. Мне, походу, придется химчистку заказывать моего дома. А? Ладно, погнали. А где так. Есть буква Р, интересно? Что? Где продавец? Блин, ладно, давай пока купим, потом расплатимся. Ладно. Быстрее. Так, давай забираем все, забираем. У тебя есть что-нибудь типа там на кирке какой-нибудь? Блин, да ты долго будешь ковыряться. Я тебе дал твои вещи. Я дал тебе твои вещи, можешь там... Блин, я сломал. Дай, пожалуйста. А, вот это кирочка. Так, попробую это кирочка добыть. О, отлично. Так, добываем. Слушай, посмотри, там у него за прилавком. Может, там еще есть? Мне кажется, этого не хватит. Блин. Так, а это что такое? Смотри, это что, сухой лед? Откуда тут дым, не знаешь? Не знаю, может... От могилы? Это какая-то, может, пранк-могила? Так, нет, дым не исчез. Ладно, плевать. Нам этого достаточно. У тебя лопата есть? Помнишь? Нашел. Я нашел конвейерные ленты. Красавчик. Ты где вообще? Я около магазина А, все. Лопата есть? У тебя изумрудная какая-то была лопата? Блин, я ее, по-моему, там оставил. Черт возьми. Ну иди там в магазин, думаю, еще одна есть. Потом расплатимся. Ну давай. Так, ребята, в общем, сейчас план простой. Нужно подкопать туннель под мой собственный дом, поэтому все законно, и как-то справлять оттуда бомжа. Блин, что он там делает? Зараза, он там уже все обос... Ладно, я не буду говорить, что он там сделал, но... Блин, весь ремонт на свалку, смотрите, там все его... В общем, Артём, все, хватит болтать, приступаем к делу. Так, давай, выкапывай. Дай мне лучше лопату, пожалуйста, дай мне лопату.
Так, держим. Ты пока иди достань ведро. Хотя зачем ведро? А, чтобы потом мыть полы, вот зачем. Так, все, копаю. Так, копать будем вот прямо здесь, получается. Мы сделаем туннель. Так, и надо сделать ему клетку. То есть клетку надо сделать такую мощную. Мощную, чтобы этот бомж, у него там какие-то инструменты еще есть. Он, чтобы он не мог оттуда вылезти. Да, ребят, вы скажете, Нюким, как ты можешь так с дедушкой поступать? Ага, хрен, этот дедушка к нам залез. Мы его сюда не звали вообще-то. Да, Артем, я же прав? Ну да, ну, ты прав. Вот, кстати. Так, теперь надо придумать какую-то клетку. Надо срочно придумать клетку. Нам нужно что-то прочное. Так, а, у меня есть маленького булыжника. Да, булыжника и... Так, а андезита? Нормальная тема. Так, помоги мне, пожалуйста, расширить. У тебя есть еще лопата? Надо хотя бы ему, чтобы там 4 на 4 была тюрьма его импровизированная. Изолятор. Артём, не молчи. Я когда волнуюсь, мне нужна моральная поддержка. Ну, вот я такой немножко молчаливый. Ладно, давай тогда копать. Так, давай, делаем вот так вот, чтобы еще экономить. Вот так, чисто с четырех сторон углы делать не будем. Так, с этой стороны его сюда как бы засосет. Но одну стенку надо сделать все-таки. Так, вот так вот. Надо еще дверь замутить. Артемка, ты у нас спец по замкам. Ты можешь что-нибудь придумать, типа, чтобы его закрыть? Давай попробуем придумать что-нибудь. Так. Давай, давай, можно же не пробовать, можешь сразу делать. Я знаю, что ты парень рукастый и головастый. Так, мне не хватает всего лишь одного блока. Ладно, мы его добудем вот отсюда. Ха, зачем он нам тут? Не нужен! Так, добываем, добываем, ставим сюда. Вот, идеально, идеальное количество блоков, сразу все подошло. Так, шикарно. Ну как, готово? Артём, ты где? Так, я в магазин сгонял, нашел дверь классную вообще на замке. Бум, там вообще уже стекла бьет мне. Он себя чувствует как дома. Блин, мне это очень не нравится. Так, так. Все, вот дверь. Ты... Чё за звук какой-то странный? Ты не слышишь? Ой, это он там что-то делает, блин. Ещё газ не включил. Ладно, все. Копай, копай туннель. Прямо ко мне под дом. Так, только знать бы, где уже начнётся мой дом. Так, попробую тут подкопать. Все, я закрыл дверь. Блин, это рано. Нет, надо открыть. Так, вот все, открыл. Так, сюда. Отлично, все. Я под его коробками, я вижу даже, что там происходит. Так, ты пока думай, как нам его привлечь на коробке, чтобы он свалился. Так, так сюда, погоди, сюда. Я вроде бы в каком-то из домиков находил курицу на тарелочке. Сюда, сейчас сюда, опять. О, точно, бомжи же, они всегда голодные. Я думаю, это сработает, гениально. Так, все, и делаем... О, черт возьми, конверт. Он... Да, как он делается? Не так он делается. Так, надо, чтобы он... А, понял. Фиолетовый, это типа она угловая. Нет, не в ту сторону. Так, надо, получается, вот сюда. Вот, отлично. Блин, Артём! А. Артёмка, дай просто еще зеленых конвертных. Ты там взял их? У меня кончились. У меня есть красненькие. А они что, еще круче, что ли? Ну, наверное. Ну, о, смотри. Да, реально. Так, ты гений. Ты литеры генили. Короче, литеры это по-английски, понимаешь? Это я так тебя по-новомодному называю. Чтоб ты понимал, что ты реально человек очень умный. Так, курицу сюда, не нашел, зато нашел шоколадный торт. Я думаю, сойдет. Торт? Да, ладно, целый пускай. Торт. Жалко, конечно, думал, мы его вместе... А, стоп, подожди, у меня же есть мясо. На, вот. Идеально, надо еще его маленько поджарить. Иди пока подогрей его, чтобы прям воняло. Держи, ну, держи. Чувствуешь, чем пахнет? Так. Что говоришь? Чувствуешь, чем пахнет? Ууу, шашлычок, шашлындос. Так, только знаешь что? Я сделал сбоку еще один туннель, чтобы мы туда могли это мясо закинуть. Так, получается, вот здесь надо его прокопать. Так, и потом закрыть. Так, тогда, блин. Да, держи тут мясо, тупо держи мясо. Я сейчас сломаю коробки. Ха-ха, его прям туда. И ты потом беги туда и закрывай его, хорошо? Хорошо. Давай, раз. Два, три. Давай, мясо. Так. Ну, бомжара, давай, нюхай. Бомжара, нюхай. Блин, ты видишь? Он подходит? Да, ну, давай, заходи в угол. В углу. Так, да нет, видишь? Вот тебя не видно. А! Так, ну, блин, надо, чтобы он прямо в угол зашел. Он, кажется, стоит надо мной. Так. Давай вот так вот еще сломаем. Так, все, отлично. Ты... И... Ломайся. Давай. Ну! Опа! Ура! Закрывай! О-хо! Ну что, бомж? Этот дом тебе больше по душе, да? Нравится? Да я все, не вылезешь туда.
Да конечно, что там устроишь? Все, закрывай его на замок. Закрыл? Я его закрыл, да. Отлично, красавчик. Ну все, теперь, как говорится, закапываем. Давай, давай, давай. Вон тебе песочка на Артемка. Так, давай, давай. И нет, даже... А, вот у меня есть. Так, все, зарываем. Будет у нас тут теперь отличная клумба. Вот сюда, сюда. И теперь последний, финальный, отойди, штрих. Опа-ам! Замечательно. Ну ладно, блин, Артем, мы с тобой же не такие злые. Слушай, согласен. Ну, что-то случилось в его жизни, раз он так к чужим людям заходит в гости, без спроса. Блин, гляди, туман пошел какой-то. Так, не, лучше это убрать. Эй, Майка, бомж, ты живой? Да. Бомж! А? Бомжара, ну шо, а? Подумал над своим поведением, а? Почему ты так с нами поступил? Ты объяснишь, что хоть? Не любит. Ну, неудивительно, ты вламываешься к людям в дома, за что тебя любить-то, а? Вот скажи, что нам сделать, чтобы ты от нас отстал и ушел отсюда? Вот только честно. Мне нужен дом. Дом? Дом. Так, ну построй его сам. Можете инструменты дать, а? Артем, давай ему инструменты подарим. Что, ты не хочешь работать? Да. Ой, ну тогда он неисправим. Ребята, кто не хочет работать, тот точно не заслуживает сочувствия. Поэтому этот бомж вот посидит пока что, подумает над своим поведением. Мы его покормим. Хотя, блин, мне кажется, Артем, он как бы это и планировал. Бесплатно за наш счет жить и не работать. Ну ничего, ребята, свои идеи, что делать с бомжом, пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы самые лучшие, попробуем реализовать в жизнь. С вами был я, Нюкем, и мой друг Артем. Всем, ребята, пока. Всем пока!